из песни слов не выкинешь, тем более, когда они наполнены смыслом, передают чувства и звучны. В рамках мероприятий, посвященных Международному дню родного языка, коллективы «Пенза Концерты» подготовили просветительскую программу. Ансамбль русской этнической музыки «Миряне» знакомит слушателей с традиционным русским фольклором. Благодаря русскому языку можно выразить все нюансы наших эмоций, наших чувств до такой степени многогранно, и в нем столько много есть вот этих вот мелочей, которые нужны иногда для передачи наших эмоций. Поэтому в русской песне это все дополняется, расширяется. В зрительном зале и представители старшего поколения, и юные слушатели. Ученики 2 и 4 классов 58-й школы. На уроках их учат бережному отношению к родной речи, которая является неотъемлемой частью культуры нашей страны. Самобытный и великий русский язык. На самом деле он очень сложный, если его изучать. Он на третьем месте. Но если ты родился в России, его очень легко изучать. А это уже Марта Серебрякова со своими друзьями-коллегами, музыкантами ансамбля русских народных инструментов «Губерния». Кстати, ему в 2024-м исполняется 10 лет. На протяжении всего времени коллектив создает авторские аранжировки популярных композиций и народных песен.